Здравствуйте, уважаемые господа. Сегодня мы с моим давним другом, приятелем формучанином будем, скажем так, делать нескучным ваш вечер на какое-то долгое время. Значит, ну, мы не собираемся быть разрушителями фантазий, иллюзий и так далее, ну вот, но решили произвести тесты разных приборов. Значит, первый прибор — Garrett Sea Hunter. Давний, проверенный, надежный. Все приборы импульсные. Дальше. Garrett Infinium приборчик, для которого я антивировал катушку 3х7 для подводного варианта. И в частности будет стандартная катушка, вот эта DD10x14. Алексей, соответственно, мне будет все помогать. Вот, что мы имеем? Значит, мы имеем первое. Мы имеем Garrett Sea Hunter, мы имеем Garrett Infinium, мы имеем наш пинпонтер, уже наш, наверное, потому что многим уже пользуются подводным мой пинпонтер. Дальше. Мы имеем блок усилителя мощности. И самое интересное, Алексей, покажи, пожалуйста, самое интересное, для всех подводников беда, не знают, куда копать. Называется сигнал пошел и так далее. Этот блок подключается к моему блоку усилителя мощности, и или так, момент работы мы будем видеть, куда втыкать, кто пользуется скупом, куда втыкать скуп. Ну вот. Да, в мутной воде, да. Вот. И думаю, что вечер будет у вас достаточно интересный. Пока вот я показал все, кроме. А, вот еще. Значит, теперь что для теста будет использоваться? Вот такая у нас вот табличка. Я показываю. Значит, для тестов использоваться будет кольцо серебряное 8,22 грамма. Ну вот, дальше медальон как фольга. Ну, практически как цепочка бьет. Ну вот, 1,43 грамма золотой, тоже с пробой. Дальше серебряная, серебряная с пробой 925-й сережка. Ну вот, со дна. И 50 копеек, подчеркиваю, железные, которые магнитятся. Значит, дальше данные будут заноситься все в таблицу. Ну вот, измеряться вот этой линеечкой. Алексей любезно попросил мне, не попросил, любезно сказал, что поможет. Вот, поэтому и дальше, будет много чего интересного. Пока это вводная часть, начнем последовательно. Начнем без блоков усилителя мощности, стандартные катушки, катушка 3х7, катушка тоже стандартная, стандартное называется изделие, и какая будет, в принципе, глубина для обнаружения. Для импульсиков, на самом деле, лучше бы, конечно, чтобы была влажная почва, ну вот, то есть, я думаю, что в воде процент дальности будет выше, ну, может, 10, может, 20%. Это чисто по моей практике. Про соленую я уж не говорю. Где задыхаются остальные от недостатка чувствительности и глючат остальные металлоискатели. Все, спасибо. Сейчас мы начнем тесты.